Четыре этапа, которые позволят вам убедить кого угодно, в чем угодно, загрузить вашу мысль ему прямо в мозг, это принципы, на которых основана вся реклама 20 и 21 века. Она была предложена в 19 веке Элиосом Сент-Эльмо Льюисом и называется AIDA. Это четыре буквы, про которые мы сейчас поговорим. A – Attention. Вам нужно привлечь внимание вашей аудитории, зацепить, чтобы они сказали «Вау, что это такое? Это интересно». Второе – Interest. Вам нужно заинтересовать вашу аудиторию, чтобы они сказали, кажется, это для меня, кажется, это про меня. И здесь нужно говорить про проблемы вашей аудитории, про результаты, которые она хочет получить. Третье – это...